Запас вообще там. Там прямо это люди живут. Всем привет! Сегодня третий день нашей поездки. Я отправляюсь на завтрак. Завтрак здесь — это шведский стол. Несколько такой однообразный. То есть все то, что мы обычно привыкли есть на завтрак. Это яйца, это масло, омлет, это сосиски, это сыр, это колбаса, это хлеб, это мюсли. То есть, ну, такое нечто обычное. Да, есть еще фрукты, бананы, там что-то, ананасы, консервированные персики. Свежих фруктов очень мало, их практически нет. Сейчас вы посмотрите, что я себе возьму на завтрак. Сейчас мы находимся во внутреннем дворике этого отеля. Здесь вот столики стоят, где можно будет покушать. И внутренний дворик выходит к такому бассейну. Бассейн очень маленький. Прям совсем там малюсенький бассейн. Метра примерно 4 на 3. Вот. Сегодня я взяла себе оливки. Булочки вот эти с кунжутом очень вкусные. Фета-сыр вообще он не похож на тот, который мы обычно привыкли брать в магазинах. Он немножко другой, очень вкусный. И яичница, и бекон. Это типичная Раддовская улица. Здесь очень много таких вот узких улочек. Между домами есть такие проезжие части. Ну, это тоже проезжая часть считается у них. Они здесь смело могут ездить на мотоциклах и на машинах. Но это вот такая вот старая улочка. Одним из основных средств передвижения здесь на Родосе, ну, может быть, и во всей Греции, являются вот такие вот что-то мотоциклы, либо скутеры. И вот здесь вот специально есть даже парковка около порта, где огромное количество, целая площадка под мотоциклы вот эти. Еще будучи в Саратове, я прочитала в интернете, что в Греции на острове Родос есть два магазина таких крупных супермаркетов, торговая их марка. Это Lidl, вот вы можете посмотреть Lidl. И там намного все дешевле стоит, чем если вы будете покупать в туристической зоне. И так получилось, что мы поехали сейчас в аквапарк, но в аквапарк мы не попали, как я уже объяснила, по каким причинам. И поэтому мы на обратной дороге решили заехать в этот магазин и хотя бы купить какие-то сувениры. Но по сувенирам там, конечно, нету ни косметики оливковой, нету ни мыла нету. Вот, и поэтому все, что мы взяли, это взяли мы в основном продукты, алкоголь, как обычно там берут. Значит, мы взяли масло, взяли вот такой вот шоколад. Кстати, очень хороший бельгийский шоколад продается здесь, в этом магазине, и цены его намного ниже, чем цены у нас в России. То есть у нас, во-первых, найти бельгийского шоколада практически невозможно. Ну, если есть, то в основном подделка. Не знаю, может быть, в Москве есть, но, по крайней мере, в Саратове встретить бельгийский шоколад настоящий тяжело. А там он есть, очень много разного шоколада и очень низкие цены. Потом мы купили 5-звездочную метаксу, это их коньяк, греческий коньяк. Стоит он здесь в туристической зоне 17 евро, там мы его взяли за 10,89. Уза, я не помню, сколько стоит оно здесь у нас, я не смотрела его, я обычно на метаксу обращала внимание. Но, естественно, там оно намного дешевле будет. Вот это вот мы взяли розовое вино, Сереж, сколько у нас там получилось? 4 евро. Черешня, у них как раз сейчас идет сезон. Потом взяли целую коробочку нектарина, йогурт. Но йогурт он не их греческий, а какой-то он другой, по-моему, германский йогурт. И вот такой вот обычный йогурт. Дыни у них сейчас как раз тоже самый сезон. Очень вкусные у них сладкие дыни, никак не сравнятся с теми, которые там есть у нас в Саратове. Они более сочные и более сладкие. То есть, если, допустим, не спелая дыня, она здесь, корочка у нее такая будет, ну, не совсем вкусная, а вот то, что находится внутри, очень сладкое. Но вот я смотрю по этой дыне, выбор там очень хороший. Опять же, по сравнению с теми дынями, которые здесь, они здесь почему-то все такие зеленые дыни, а это попалась прям очень такая спелая, вот на нее нажимаешь, и даже остается вмятина. Орешки с медом, они здесь все и любят с медом, и делают с медом. Йогурт у них есть с медом и с фруктами, какие-то у них орехи вечно в кунжуте с медом тоже, то есть они любители меда, я так поняла. И, значит, орехи, обычные орехи с медом. Тоже взяли баночку меда, тоже плитка шоколада,
бельгийского, Сереж, да? Бельгийский брал шоколад, да? Или немецкий шоколад, ну, неважно. Вот, и манго. Так что, если будете ехать в сторону аквапарка, либо у вас есть машина на прокат, то обязательно зайдите в этот магазин. Приехали с Линдеса, очень устали, немножко загорели, даже перегорели. Но не там еще, вчера. Я сейчас спускаюсь вниз, мы собираемся в кафе для того, чтобы, я лично хочу стефада попробовать, это их национальное блюдо. Там телячье мясо с какими-то овощами, то ли с картофелем, не знаю, не пробовала. То есть стефада их национальное греческое блюдо. И сейчас я отправляюсь для того, чтобы его попробовать. Вот мы заказали мисуас, это что-то вроде салата? Да, это и есть салат. Это что-то, да, это и есть салат, и вот такие вот у них порции, вот такая вот огромнейшая порция. Одна. Мы не ожидали. Да, одна, на одного человека причем. Порции здесь в Греции очень большие, обычно заказывают одну порцию на двоих, потом их делят. Вот если сравнить вот с ложкой, да, это ложка, причем ложка достаточно большая такая. Лучше же вилку, дай мне вилку, Сереж. Да можно говорить вилку. Вот вилка. Вот вилка и вот чашка. Одна порция. Одна порция на одного человека, да. Это греческое блюдо уже начатое, скажи еще. Мисуаза, как мне тут подсказывают, это еще цветочки. Вот это вот тоже это порция на одного человека. Называется, это что у нас такое? Греческая кухня. Ну нет, это не... А, греческое блюдо. Греческое блюдо под названием... Греческое блюдо. А, просто называется. Это греческое блюдо, где Цейки? Здесь все, что только можно найти. Это картошка, греческие. Это фасоль какая-то, по-моему, да? Да, фасоль, котлетка, бобы, овощи, омлет, перец фаршированный, задзики. Баклажаны. Задзики, что это такое? Yes. Да, задзики, вот да. Еще соус. Томус. А это хомус? Томус. Вот. Ну и все, а это да? Блюдо, ты скажешь, что right. Это как... This is мусака. Мусака? This is almades. This is stuffed pepper, gyros, Spanish pie, Greek potato. This is... This is мусака. Мусака, омлет. Yes. This is meatballs. This is like... This is fine, public. Again, always it's Greek. Супер! Так, напиши, а это блюдо называется как это... королевские креветки. А-ля, не а-ля? А-ля грек. А-ля грек. А-ля грек, а вот что к ней добавку. Угу. Да, это а вообще... Вот к ней добавка обязательно. Да, а это добавка, это небольшой такой сюрприз. Небольшой сюрприз. Я думаю, вот после этого надо идти в ночной клуб. И все это вместе, вот это вот, ладно. Вся вот это вот. Так, все, жена, ты засняла, нет? Нет. Лучше. Я мне фотография Алифора. Окей? Ήθελα να σου κάνω μια φωτογραφία σήμερα, μα άλλη φορά. Πότε θα περάσεις λίγο. Ουχ τι. Thank you. Έλα εδώ. Θα το έχεις ανοίξει. Ευχαριστώ. The grouper is fish with like this. And only to eat ostrica, μύδια, κρυβιέτκι, only the production from sea. Okay. Oh, yeah. And the pay for me, 20,000 euro. It's for you. Курица, the курица, you know how many percent of protein? Здесь? Chicken. 26. Борис здесь был, Абрамович здесь был. Чего секьюрити здесь всего? Yes. От и до стояли. Он говорит, что была вся улица, все перекрыто. Это у нас только Абрамович там приезжает. Як, котера. Котера, шип, шип. На море, шип. Корабля, яхта. Просто принцы спокойно могут в ресторан пойти. Very big. Сия ях. Сия ях. And this is the same. Do the same. One times the coming one without Абрамович. Смотрите. Гид расскажет. Атмосфера. Наверное, Абрамович в круизе был. Смотрите. The атмосфера. Security everywhere. And the back. The coming. The change in the sea. Direct. I'm inside this with him. Helicopter, everything. Yes. Just like this system. I've been too much times here. Тебе руки надо.
старая алкоголичка. Нос красный. Джузеппе Сизино. Это второе блюдо, которое мы заказали. Первое, что мы заказывали, это был салат. Там какой-то сыр неизвестного происхождения был. Такие компоненты, которые у нас нету. А это мы заказали креветки с пловом. И причем плов такой своеобразный, он идет с какими-то овощами и со специями. Что-то похоже даже на мятное такое. Мятное. Ну, что-то мятное есть. Но супер. Так. И товарищи тоже наши. Уже все раздербали. Сказали то же самое. Но они едят быстрее, чем мы. Мы хотели немножко их фальштарт сделать, обрядить, но не получилось. Друг с другом типа. Да, мы молчим. Мы думаем, больше едим. Наш отдых закончился, мы отправляемся в аэропорт. Проходим паспортный контроль в аэропорту Родоса. Там огромнейшая очередь стоит. Все, скоро вылетаем, 2 часа.